Волкер, Москва должна изменить поведение. США могут гарантировать Владимиру Путину, что ему станет хуже, если он не захочет выйти из тупика на Донбассе. Президент США Дональд Трамп готов строить позиции в отношениях с Россией, опираясь на принципы безопасности и защиты национальных интересов Америки. Об этом сказал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Зеркало недели». «Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах: поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США», отметил дипломат. По словам Волкера, такую позицию не следует рассматривать как антироссийскую. Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла, подчеркнул он. Дипломат отметил, что за последние полтора года функционирования администрации Барака Обамы власти России немного привыкли к тому, что им многое сходит с рук. Во время последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий. Новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Впрочем, этого не произошло, констатировал спецпредставитель США. Также Волкер подчеркнул, что Германия и Франция должны оставаться ведущими участниками нормандского формата. По его мнению, участие США в этом процессе ничего бы не добавило и не изменило. В чем роль Соединенных Штатов была бы важной? В том, чтобы сфокусировать видение Владимира Путина на стратегическом измерении проблемы, чтобы он сосредоточился на решении того, хочет ли он выйти из этого тупика или нет. США могут сказать Путину: если хотите, мы можем помочь, если не хотите, мы можем гарантировать, что вам станет хуже, резюмировал Волкер. Как сообщал корреспондент Нет ранее, Курт Волкер выразил мнение, что русскоязычные украинцы страдают только на тех территориях, которые подконтрольны сейчас России. Он считает, что в вопросе Донбасса нужен свежий подход. По материалам сайта news.com.